последний командный состав ССО «Садко» Иванов Владлен. Касаткин Александр. Спасибо организаторам за приглашение на фестиваль. Мы с большим удовольствием готовились к этому празднику. Перепели все песни «Садко», съели все бутерброды, пили много вкусного, в том числе и чая. Все было классно. Но ничего у нас не вышло. И сегодня выступать мы не будем. Не смогли. Видимо, было слишком мало времени на подготовку. Извините, так получилось. Следующий год железно. Всем спасибо. И вы поверили? Да. Кто, если не мы? Поехали! Студенческий строительный отряд «Садко» жив! И вы в этом сейчас убедите! Словно устали меньше петь и реже пить, устали на все другие прически. Мы остались такими же респираторскими. Спасибо, Лосмосе! Что ты есть? Мы тебе подведем! Сцене «Садко» колени крошит слегка, а волосы стали вам никогда не знать, как нам нелегко быть впереди всегда. Так в чем же мораль, мораль моста? Друзья, нельзя унывать, а лишь одно свою на марку держать, уйти легко, поспать, прилечь отдохнуть, тебя мы верим, да-да-да, и нас не свернуть! Мы есть «Садко»! Нет! Вашему вниманию предлагается лучший из лучшего за все годы нашего стройотряда. Поют и танцуют легенды 80-х. Садки и садковки всех времен и народов! Про этот день, про этот час не нужно объявлений. Садко был создан в первый раз, и не было сомнений, что Ленинград не подведет, и Каравелку тоже. Ну а Карпат, само собой, ему всего дороже. Биржа слишком жарко, биржа слишком глухо. Это на два месяца ни слуха и ни духа. И от Ленинграда верст за сотню нам сказали, биржа — это жители с пьяными глазами. Биржа — это жители с веселыми глазами. Уезжали из Ленинграда козероги, а вернулись настоящие стройотрядовцы. Так думали мы, пока не увидели наших друзей, вернувшихся с севера. И мы решили ехать в Мурманск. Увезу тебя, увезу к себе, снегам. И тугой мешок деньгами брошу я к твоим ногам. Не беда, что здесь работа, не беда, что холода. Если ты захочешь денег, ты поедешь хоть куда. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и окажемся случайно прямо в Мурманском порту. Ты узнаешь, что напрасно называют церковь тильным. Так его построить надо срочно в нынешнем году. Здесь вам не найдем, здесь климат иной. Идут машины одна за одной. И сколько бетона мы знаем уже наугад. И можно тянуть, часов сэкономить, но мы не можем работу тянуть, которая нам сейчас так дорога. И можно требовать часов сочкануть, но мы не можем работу тянуть, которая нам сейчас так дорога. А вечером поздно приходим домой, и вид усталый у нас с тобой, и хочется нам поскорее раздеться и спать, спать, спать. Но мы не грустим, мы вам объясним, что жаль, что здесь мы все выгорим, и хочется нам идти в Мурманск гулять. Но мы не грустим, мы вам объясним, что жаль, что здесь мы все выгорим, и хочется нам идти в Мурманск гулять.
А в Ленобласть едут только за туманом. За деньгами туда едут не за тем. Кто-то говорит, что в стройотряде главная работа. Кто-то, что главное отдых. Но мы-то знаем, что главное в стройотряде – это безопасность и техника безопасности. Гаврила был мужик строптивый. ТБ Гаврила не любил. Ни раз, ни два, с лицом унылым, без каски он траншею рыл. Добыть желая в жизни славу и взяв бутылочку пивка, Гаврила прыгает в канаву, не укрепив ее бока. Гаврилу били командиры, морально били и рублем. Он чистил кухню и сортиры, но робы не было на нем. Но как-то раз большой начальник Гавриле оторвал талон. Теперь Гаврила не в отряде, отчислен из отряда он. Я волком бы выгрыз бюрократизма. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту. И мы достаем из своих панталон и не боимся гласности. Смотри и завидуй. Вот наш талон по технике безопасности. Носи всегда, носи везде. Невелика забота. Носи и никаких гвоздей. Кому страдать охота? В 1981 году в ССО Садко влилась новая кровь. Эта кровь забурлила так, что с ССО Садко улетел на Венеру! А я еду в Садко далеко-далеко. Чи меня звездолет будет долгим полет. Пусть работа горой, пусть не сладко порой, но лопата и я — это сила, друзья. Папа, мама говорят, папа, мама кричат, не езжай ты в отряд, не езжай ты в отряд. Папа, мама говорят, папа, мама кричат, будь всегда со мной, сыночек дорогой, будь всегда со мной, сыночек дорогой. Но я еду опять, на комфорт мне плевать, пусть здесь сыро, темно, но для нас все равно. Папа, мама говорят, папа, мама кричат, не езжай ты в отряд, не езжай ты в отряд. Папа, мама говорят, папа, мама кричат, будь всегда со мной, сыночек дорогой, будь всегда со мной, сыночек дорогой. Как вы все знаете, бойцы стройотрядов работали по 24 часа в сутки, а агитбригада работала 36. Три недели сидим в печали, свежих мыслей пропал и след. Много дней вдохновения ждали, а программы все нет и нет. Наши кубрия дыма тучи, жаль заслушать ребят будить. Ах, как хочется сделать лучше, ах, как хочется победить. Ах, как хочется сделать лучше, ах, как хочется победить. И в отчаянии на рассвете выход здесь до смешного вопрос. Тут и там мы оставим сети и поймаем ее за хвост. Это тупак, что каприз в ней нету, всего творчества и побед. Эту птицу, что кто-то где-то дуру выкрасил в синий цвет. Эту птицу, что кто-то где-то дуру выкрасил в синий цвет. Пам-пам.
следующем году начался еще зимой. Давно мы уже решили, куда поедем этим летом отдыхать. Пол юга искали силы, там надоело, там кузинами гулять. Скорее поехали, с тобою заваляем отряд, суровый север покорять. Так просто лишит вырос, все говорят, быть может, и не замуж и опять. Отсеют две города, одна секунда там приносит 2 рубля. Раз, два! Отсеют, мы будем рады, что наконец поймали все эти журавля. Мы парни правые, 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 нам не нужны матряги, кепки, кучерявые. Любить лопаты будем мы, не забудем про лапы, а шуры-буры мы оставим до поры. Возьми нас с собою, давно хотели мы, строят ряд попасть. Закон стал мечтою, мешанью нашим ты не дай пропасть. Но, к сожалению, в стройотряд Садко удавалось попасть не всем. И так родилась одна из самых лирических песен нашего отряда. Я хочу вам рассказать про стройотряд. Ребята, стройотряд, который не попал. Для меня его название как молитва свята, он меня навек околдовал. Садко, лапа-да-пада, Садко, лапа-да-пада. А когда его встречал я где-нибудь, случайно всех я по улыбке узнавал. Командир и мастер мне всегда казались тайной, я от встречи с ними трепетал. Садко, лапа-да-пада, Садко, лапа-да-пада. Я мечтал в Садко податься, чтоб увереннее держаться. И регалии прикоснуться, да не лень и улыбнуться. Садко, лапа-да-пада, Садко, лапа-да-пада. До сих пор Садко мне часто снится я, с отрядом вновь идем по рейка в стадион. Мы кричим Садко вперед, и рвемся мы наградам. Счастлив я, но это только сон. Садко, лапа-да-пада, Садко, лапа-да-пада, Садко, лапа-да-пада. Мы ценим в женщине фигуру, улыбку, губы, нежный став, зигзагом мысли квадратуру, лечей, капитку или обман. Но есть достоинства иные, не стоит забывать о них. Так скажем, женщина на зиле эффектно смотрится других. Как-то на объекте я бульдозер встретил, розового цвета с черным орнаментом. Как-то на объекте. С черным орнаментом. В нем сидела Туся в желтеньком жилете. Мощность Беларуси мигом я отметил. Мигом я отметил. Плавно рычагами Туся управляла, стройными ногами дроссель нажимала. Плавно рычагами, стройными ногами
мой мужской характер сразу пошатнулся. Мне и добрый озер очень приглянулся. Атруф, атруф, мой мужской характер, атруф, атруф, мне и добрый озер. Дуся, дорогая, я уже не мею, помоги, родная, выкопать траншею. Атруф, атруф, Дуся, дорогая, атруф, атруф, я уже не мею. На меня ж внимания она не обратила, развернувшись задом, гордо укатила. Атруф, атруф, на меня ж внимания, атруф, атруф, развернувшись задом. Дуся, дорогая, и где теперь копаешь? И кому другому душу развертаешь? Атруф, атруф, Дуся, дорогая, атруф, атруф, и кому другому? Когда был объявлен тендер на спасение Пизанской башни, выгнал его стройотряд Садко. И мы отправились в Италию. Вновь нас работа ждет с нетерпением. Башню исправит, в том нет сомнения. Дивную песню подхватим дружно в городе Южном, в городе Южном. Нас не прельщают в клетку колготки и не волнуют верхние шмотки. Пусть предлагают деньги большие, мы не возьмем их, мы не такие. Работать в Италии – это одно удовольствие, а не работать совсем другое. Здесь все чудесно, бабочки летают, и вся природа полна прекрас. Но башню эту нам исправить надо, иначе мы не сможем выполнить заказ. Yeah.